В Твери полным ходом идет ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Темпы постепенно наращиваются. Сейчас работы ведутся одновременно на 10 объектах. Одна из самых масштабных ремонтных кампаний за последние годы набирает обороты. В ближайшую неделю к 10 объектам, на которых уже сейчас идут работы, добавятся еще 5. В активной фазе ремонт Восточного моста. При подходе к Восточному мосту со стороны Заволжского района практически подрядчики готовы к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Со стороны Московского района осуществляется демонтаж трамвайных путей, осуществляется подготовка тротуаров к ремонту, к укладке асфальтов, осуществляется замена бордюрного камня. Полностью выполнены работы по асфальтированию улицы Хрустальной, дороги через Старую Константиновку и Сахаровское шоссе. А на Волжском проезде идет фрезерование, но испытывать неудобства автомобилисты будут недолго. Тот участок, который фрезеруется, он уже будет, я думаю, что в течение недели готов. В рамках этой ремонтной кампании большое внимание уделяют восстановлению грунтовых дорог частного сектора. Их подсыпают асфальтобетонным гранулятом. Это крошка, которая остается после фрезерования. За последние 2 месяца завезено и отсыпано более 3000 квадратных метров материалов. Это частный сектор в микрорайоне «Юность». Вот грейдер ровным слоем распределяет асфальтовую крошку. Затем покрытие уплотняется катком. Наглядно видно, что после профилирования уплотнение дорожным катком у нас получается очень качественная проезжая часть. Это не последние объекты, которые приведут в порядок во время этой кампании. Ремонтные работы затронут все 4 района Твери и завершатся примерно в одно время, к концу сентября.